Падчас спёкі ўсе думкі толькі пра адпачынак. Але ці могуць беларусы дазволіць сабе вандроўкі на марскія курорты? Мы спыталі жыхароў Мінска, дзе яны адпачывалі гэтым летам і колькі грошай выдаткавалі на адпачынак. У прошлым годзе я адпачывала ў Крыму, у Алупцы. У гэтым годзе буду ў Мінску, ці паеду да бабулі на Нарыч. Часть отпуска провела на даче, недалеко от Минска. В сентябре будет еще отпуск, поеду туда же. Нет, и дачи нету. Внука смотрю, подкинули внука и внука загадую. Два дня отдыхаю с внуком, смотрю, а два дня работаю вот здесь, в туалете. И все, весь мой отдых. Нет, некуда мне ехать. Только вот здесь, на этой улице, я живу всю жизнь. Никуда не выезжаю, мне здесь хорошо. А в Тайман хочу. Там тепло. Не збираюся, не отпочиваю. Працавать, я ще раз працавать. Збираюсь, как бы, сім'ю вивезти. Ну, не знаю, сім'я ли согласится. А куди збираєтесь вивезти? Ну, хоча б на Чорне море. Відпочивали у Швейцарії. Приїхали, може, два тижні назад. Три. І Анапа. Я по-русски. Да. Приезжий, турист, русо-туристу. Что надо сказать? Вы здесь на отдыхе? Да. И какие у вас впечатления? Очень позитивный. Минск очень красивый город. Люди добрые, доброжелательные, не как в Москве. 600 долларов это будет, я так думаю. А Олег, это в прошлом году столько я, может, отдала на этот отпочинок? 1500, наверное, чтобы полностью ребенку угодить и жене. Ну, может, в 1000 вложусь. На больше не рассчитываю. Ой, очень мало. Очень мало. Если на своей даче, а если еще вести здоровый образ жизни, то так за две недели можно в миллион вложиться. Учитывая ситуацию в Египте, там была скидка, и за двоих получилось, наверное, в районе 2600 евро. Все включено. Отношусь к тем людям, которые пользуются тем самыми чип-тип, то есть чем дешевле, тем лучше. От денег не зависит, я пенсию получаю, не хватает, и работаю, так что могу и 6 потратить, и 5 на себя. Почему раз в жизни не потратить на себе 5 миллионов? Маруде, наверное, где-нибудь на Ямайке. В санаторий хоть бы раз за всю жизнь съездить, вот что я мечтаю. Я марила отпочить в Испании. А вы? Завтра у меня дома. Алена не хочет ехать. Может быть, на Шри-Ланке. В Арабских Эмиратах. Это следующая поездка. Вы знаете, мне последнее время очень нравятся белорусы. Особенно если погода. Хотя в сентябре любая погода. Главное, чтобы были грибы и настроение. Ну, вообще, если честно, на нашей Нарыче хочется. На нашем озере Минском. Уже поздно, уже возраст солидный. Уже куда-то таскаться тяжело. В Гималаях. Свежее поветро, высоко и доброго.